Нет, мама, удивительно. Оставить мужа, отца своего ребенка, и вы хотите, чтобы она была спокойна? Неспокойна. А что сделано, то сделано. Если я мать, ну только допустила, но радуюсь тому, что моя дочь бросает мужа, значит, стоит он того. Надо не печалиться, а радоваться. То можно освободиться от такого дурного человека.
освободиться от такого золота. Мама, зачем вы говорите так? Вы же знаете, что это неправда. Он не дурной. А напротив, удивительный человек, несмотря на его слабости. Ну, именно. Удивительный человек, как только деньги в руках. Свои ли? Чужие ли? Он никогда чужих не брал. Все равно женены. Так ведь он же отдал все свое состояние жене. Но еще бы не отдать, когда он знает, что он все промотает. Промотает, не промотает. Я только знаю, что нельзя разлучаться с мужем. Особенно с таким, как Федя. По-твоему, нужно ждать, пока он все промотает. И приведет дом своих цыганок, любовниц. Нет у него любовниц! Ой, да кунавы! Федя, спишь? Не разговаривайте. Это степь. Это 10 век. Это не свобода, а воля. Ну, теперь не вечернюю. Нельзя, Федор Васильевич, сейчас розу вот свету. Ну, ладно. А потом не вечернюю. Машенька, моя шинька, розового цвета, цвета. Твоя улица, целовал в портрет. Каркана злава, драная я Москва, Москва печавава.
меня до вас большая просьба. И мне не к кому обратиться, как к вам. Все, что могу. Вы ведь все знаете. Да, я знаю. Да, он написал мне письмо, что считает все конченным. Написал прислать белье и вещи. Я была так оскорблена, так. Но одним словом я согласилась разорвать и ответила, что принимаю его отказ. А теперь раскаиваетесь? Да. Я подумала, что это дурно с моей стороны. Что я не могу, все лучше, чем расстаться с ним. Одним словом, отдайте ему это письмо. Пожалуйста, Виктор, отдайте ему это письмо. И скажите... И привезите его. Вы удивляетесь, что я прошу именно вас? Нет. Впрочем, надо говорить правду. Да, удивляюсь. Но не сердитесь. Разве могу на вас сердиться? Я вас прошу, потому что я знаю, что вы любите его. Его и вас? Вы знаете это? Я знаю. Я вам все скажу. Я нынче ездила к Ефремову узнать, где он. Мне сказали, что они поехали к цыганам. И вот этого я боюсь. Это увлечение я боюсь. Знаю, что если вовремя не удержать, он увлечется. Вот это-то и нужно. Так вы поедете? Разумеется, сейчас. Да, но где искать его? Он у цыгана. Я сама была там. Я была у крыльца. Адрес вот, на конверте. Сделаю все, что могу. А Виктор Михайлович где? Уехал. Как уехал? Я просила его исполнить мою просьбу. Какую просьбу? Опять секрет. Трифон, ну возьмите. Не секреты. А просто просила его самому передать письмо Феде. Феде? Федору Васильевичу? Да, Феде. Я думала, что между вами все отношения кончены. Я не могу расстаться с ним. Опять все сначала. Я хотела. Я старалась, но не могу. Все, что хотите, но только бы не разлучаться с ним. Ты что же, хочешь вернуть его? Да! Опять пустить в дом эту гадину! Мама! Мама! Я прошу так не говорить про моего мужа. Он был муж. Нет, он теперь муж. Муж! Мот, пьяница, развратник. И ты не можешь с ним расстаться. За что вы меня так мучаете? Мне и так тяжело. А вот очень нарочно хотите. Я мучаю? Не могу я видеть этого. Так я уеду. Я вижу, что вы этого хотите. Что я вам мешаю. Не могу я жить. Ничего у вас не понимаю. Все это по-новому. То расстаться решила. Потом вдруг выписываешь человека, который в тебя влюблен. Ничего этого нет. Каренин делал предложение. И посылаешь его за мужем. Что это? Чтобы возбудить ревность. Мама, это ужасно, что вы говорите. Оставьте меня. Так. Мать выгони из дому, а развратного мужа пусти. Да я не стану ждать. И прощайте, и Бог с вами. Как хотите, так и делайте. Дуняша! Дуняша! Мой чемодан. Ha ha ha!
это хорошо. Ай да Настасья Ивановна. Милый ты мой. Ну, теперь не вечер. Нет, постой. Прежде мою похоронную. Вот когда я умру, ну, понимаешь, умру, в гробу буду лежать. Придут цыгане, жене завещаю, и запоют «Шелмеверсте». Так я из гроба вскочу. Вот что запиши. Ну, катай. Ласный багаз. Шелмеверсте, чего пробьет? Ай, никай пара, пескна лачо. Москва терна роя вьё, а яра мня мы пескел её. Я да сиво, сиво я коле, я не дивлюсь терпа. Ну, теперь не вечерняя. Федор Васильевич, вас барин спрашивает. Какой барин? Не знаю. Одет хорошо, шуба с собой. Варурай. Ну что ж, зови. Кто это к тебе? Сюда. Черт его знает, кому до меня дело. Виктор! Вот кого не ждал. Не ждал. Федя, иди. Иди раздевайся. Позволь, нет, нет. Каким ветром тебя сюда занесло? Ну, садись. Я бы хотел... Слушай. Вот не вечернее. Мне надо с тобой. Yeah.
спадугала за реками. Делается то все, что тут высказано. И зачем человек может доходить до такого восторга, а нельзя продолжать? Да, очень оригинально. В сущности... Да не оригинально, а это настоящее. В сущности, это просто, но только ритм. Ах, как хорошо. Je voudrais vous parler sans témoin. О чем? Je viens de chez vous. Votre femme m'a chargé de cette lettre. Et puis... Ну, чавалы, вы отдохните. Карик. Ты хотел троша рода тагадеджа. Начал обман. Ча да ты маракирава. Уча, уча. Ча, отдачи. Ча, просто да ты. Послушай, Каренин, ты ведь знаешь, что в этом письме. Знаю. И хочу сказать... Постой, постой, постой. Ты только не думай, что я пьяный, мои слова невменяемы. То есть я невменяем. Я пьян. Но в этом деле вижу все ясно. Ну, что же тебе поручено сказать? Мне поручено найти тебя. И сказать тебе, что она... ждет тебя.
мне поручено. Она просит тебя все забыть и вернуться. Почему ты? Елизавета Андреевна прислала за мной и просила так. меня. Но я не столько от имени твоей жены, сколько сам от себя прошу тебя. Поедем домой. Ты лучше меня. Какой вздор. Лучше меня нетрудно быть, я негодяй. А ты хороший, хороший человек. И вот от этого самого я не изменю своего решения. Да не от этого, а просто не могу, не хочу. Ну как я поеду? Поедем теперь ко мне. Я скажу, что ты вернешься. И завтра... А завтра что? Все буду я. А она. Зуб лучше сразу выдернуть. Я ведь говорил, что если я опять не сдержу слова, то чтобы она меня бросила. Я не сдержал. И кончит. Для тебя. Но не для нее. Удивительно, чтобы ты заботился о том, чтобы наш брак был не нарушен. Послушай. Послушай, как она поет. Величать бы. Величать! Иди сюда. Величать! Виктор Сударь Михайлович. Но может быть прелестнее, когда любовь твоя друзей встречает с песнями цыганская семья. Бокалы наливаются, в них отблеск янтаря, и лица разгораются, как меж огня. Заря. Писаро. Сколько дать? Дай 25. Чудесно. Теперь лен. Чавалы! Теперь лен! Теперь лен и шабаш! Кай бро,
Удрал, Карень. Джалка банга догадю чавала дарань. Хныя мужа. Аванчик хоре. Наполала ни башня, ни гиря. Ну и черт с ним. Аванчик хоре. Таджан хоре. Хныя Разворачиваешь нутро все. А что я вас просила? Что? Денег. На, возьми. Вот разберись тут. Мне открывает небо, а сама на душки просит. Ведь ты же ни черта не понимаешь того, что ты сама делаешь. Ну как не понимать? Я понимаю, что кого люблю, для того и стараюсь, и пою лучше. Поцелуй меня. Ой! Иди. А меня любишь? Видно, что люблю. Я женат, а тебе хор не велит. Хорошо тебе? Разумеется, хорошо. Когда хорошие гости, и нам весело. Знаешь что? Только по сих пор. Поцелуй меня. Гэро, за суття, найте совал. Ай, да ту, ваньонак, чавале розы ваньонак. Ай, да ваня, моя лінніка, чтобы не запачкать и вонять, чтобы не запалить.
Через каждые полчаса менять, если он не спит. Если спит, не тревожьте. Мазать гортань не нужно. Температуру в комнате держать так же. А если опять будет задыхаться? Не должно быть. Если будет... пульверизация и, кроме того, порошки. Утром один и вечером другой. Не хотите ли, доктор, чаю? Благодарю. Больные ждут. Так эти порошки в столовой ложке отварной воды хорошенько размешать. Угу. Но я все написал. Он так мил теперь. Как только стало ему лучше, он сейчас же стал улыбаться. И болтать. Я к нему пойду. И от вас уходить не хочется. Хотите взглянуть на него? Разумеется. Мне теперь ничего не нужно. Мне так хорошо после этих страхов. А вот вы видите, как вы слабы. Ты что, насупился? Это что? Это Виктор привез виноград. Отвратительно. Она его с собой повела в детскую. Точно, он жених или муж? Да тебе-то что? Из чего ты кипятишься? Или ты за него замуж собралась? Я за этого? Да лучше не знаю, за кого выйду, чем за него. Да никогда мне это и в голову не приходило. Мне только противно. Что Лиза после Феди может так сближаться с чужим человеком. Какой же он чужой? Друг детства. И отчего ей не полюбить и не выйти замуж за Виктора? Это было бы ужасно. Отвратительно. Отвратительно.
Что с ней? Право, не знаю. Федя, к тебе дама. Кто это? Не знает кто. Проводи ее. Да постой, я. Я сам посмотрю. Счастливчик. Что, его бабы любят? Да бог с ним. Господа. Прости, если тебе неприятно. Но ради бога, выслушай меня. Слушаю. Федь, вернись домой. Я тебя очень понимаю, Саша, милый. И на твоем месте я бы сделал то же. Постарался бы как-нибудь все вернуть к старому. Но на моем месте... Если бы ты, милая и чуткая девочка, как это ни странно сказать, была бы на моем месте, ты бы, наверное, сделала то, что я. То есть ушла бы. Перестала бы мешать чужой жизни. Как мешать? Разве Лиза может жить без тебя? Милая Саша, голубушка, может. Может, ты еще будет счастлива и гораздо счастливее, чем со мной. Никогда. Это тебе кажется. Да и не в том дело. То есть не то, что не в том дело, а главное дело в том, что я-то не могу. Знаешь, толстую бумагу перегибать так и этак. 100 раз перегнешь, и она все держит. А перегнешь, 101-й разойдется. Вот так между мной и Лизой. Мне слишком больно смотреть ей в глаза. Ей так же, поверь. Нет. Говоришь нет, а знаешь, что да. Я могу... только по себе судить. Если бы я была на ее месте, и ты бы ответил то, что отвечаешь, это было бы ужасно для меня. Да. Для тебя. Thank you.
Неужели так и останется? Должно быть. Федя, вернись. Спасибо тебе, милый Саша. Всегда ты останешься мне дорогим воспоминанием. Ну, прощай, голубушка. Прощай. Дай мне поцеловать тебя. Нет, я не прощаюсь. И не верю, и не хочу верить. Саша! Федя! Ну, так слушай. Только слово, что то, что я скажу тебе, ты никому не скажешь. Даешь слово? Разумеется. Ну так слушай. Саша, правда, что я муж, отец ее ребенка. Но я лишний. Нет. Постой, постой, не возражай. Ты думаешь, я ревную? Нисколько. Во-первых, не имею права. Во-вторых, не имею повода. Виктор Каренин старый ее друг и мой тоже. И он любит ее. И она любит его. Нет. Любит. Как может любить честная женщина, которая не позволяет себе любить никого, кроме мужа. Но она любит. И будет любить, когда препятствие это будет устранено. И я устраню его. И они будут счастливы. Федя, не говори так. Ты ведь знаешь, что это правда. И я буду рад их счастью. Хорошо. И лучше я ничего не могу сделать. Хорошо. Хорошо. И не вернусь. И дам им свободу. И так и скажи. И не говори. И не говори, и прощай. Прощай. Да обе лошади хорошо. Дело в гнездаке. Много раз говорил, но проверять нельзя. Федя, я восхищаюсь перед тобой. Прощай, прощай. Чудесно, прекрасно. И правда. Правда. Как же устроил? Чудесно. И божилась, и клялась побывать к нему на час. Где же все? На трибунах. Заезд для Бельбоа. Отлично. Пойдем побываем-ка и мы на час. Два часа. Стало быть, сейчас она приедет ко мне. Я обещала Виктору принять. Но понимаете мое положение? Я вся не своя. Я боюсь ее. Какая грязь. И я должна пачкаться в ней. Вы знаете, что vous êtes toujours le bienvenu, а теперь нынче особенно. Вы получили мою записку? Получила. Вот мой ответ. Что вы думаете? Скажите, что по-вашему, как надо
Вы говорили с Виктором? Да, я говорил с ним. Я думаю, что он любит ее. Привык любить так. Любовь эта взяла такую власть над ним. Ах, мой друг, но почему же в наше время любовь могла быть любовью чистой, любовью дружбой, которая идет через всю жизнь? Нет. Он женится на разведенной. Он будет встречать мужа своей жены. Теперь новое поколение уж не довольствуется идеальными отношениями. La possession de l'âme ne leur suffit plus. Мама, я зашел сказать вам одно. Елизавета Андреевна сейчас приедет. Я прошу, умоляю вас только об одном. Если вы продолжаете быть несогласны на мой брак... Разумеется, продолжаю быть несогласна. То я прошу, умоляю вас об одном. Не говорите о своем несогласии, не решайте в отрицательном смысле. Я только хотел, чтобы вы узнали ее. Не понимаю одно. Как ты миришь свое желание жениться на госпоже Протасовой с живым мужем, с твоими религиозными убеждениями, что развод противен христианству? Вся эта грязь, адвокаты, доказательства вины, Тусая де Гутан. Мама, это жестоко с вашей стороны. Неужели мы все так непогрешимы, что не можем расходиться в наших убеждениях, когда жизнь так сложена? Мама, за что вы так жестоки ко мне? Я люблю тебя. Хочу тебе счастья. Сергей Дмитриевич, ну, разумеется, вы хотите ему счастья. Но нам с нашими сединами уже трудно понимать молодежь. Особенно трудно матери, приучившей себя к мысли о своем счастье для сына. Все женщины так. Разумеется. Ты можешь сделать это. Vous êtes déjà majeur. Но ты погубишь меня. Не узнаю вас. Это хуже, чем жестокость. Перестань, Виктор. Мама говорит всегда хуже, чем делает. Елизавета Андреевна Протасова. Я скажу, что думаю и чувствую, и скажу, не оскорбляя ее. Я ухожу, мама, пожалуйста. Простите. Нет, вы останетесь. Я... думал, вам легче будет. А, тет-а-тет. Нет, я боюсь. Если я захочу остаться с ней тет-а-тет, я кивну вам. Са-де-пандра. А то мне остаться одной с ней. Это свяжет меня. Я тогда сделаю вам так. Моя племянница Нелли мне часто говорит про вас. Да, мы дружны были. Очень. Мы и теперь дружны. Я никак не ожидала, что вы пожелаете меня видеть. Я хорошо знала вашего мужа. Он был дружен с Виктором. И бывал у нас до своего переезда в Тамбов. Кажется, он там женился на вас. Да, мы там поженились. А потом, когда он опять переехал в Петербург, он уже не бывал у меня. Да он почти нигде не бывал. И не познакомил меня с вами.
Последний раз я встретил вас у Денисовых на спектакле. Очень было мило. И вы играли? Нет. Да. Как же помню. Я играла. Анна Дмитриевна, простите меня, что если вам неприятно то, что я скажу. Но я не могу. Я не умею притворяться. Я приехала, потому что Виктор Михайлович сказал. Потому что он... То есть, потому что, ну, вы меня хотели видеть. Лучше все сказать. Мне очень тяжело. А вы добры. Да, я лучше уйду. Да, уйдите. Послушайте, Лиза. Лиза, не знаю, да и не хочу знать, как вас по отчеству. Андрей. Все равно. Все равно, Лиза. Мне жаль вас. Вы мне симпатичны. Но я люблю Виктора. Я знаю его душу, как свою. Это гордая душа. Он был горд еще с 7-летним мальчиком. Горд не именем, не богатством, но горд своей чистотой, своей нравственной высотой. Он чист, как девушка. Я знаю. Он никого женщин не любил. Вы первая. Не скажу, что я не ревную к вам. Я ревную. Но мы, матери, у вас еще маленькая, вам рано. Мы готовим себя к этому. И я готовилась, чтобы отдать его жене и не ревновать. Ну, а отдать такой же чистый, как он. Простите, я знаю. Вы не виноваты, но вы несчастны. Лиза, милая, вы умная, хорошая женщина. Если вы любите его, то вы хотите его счастья больше, чем своего. И вы не захотите связать его и заставить раскаиваться, хоть он и не скажет, никогда не скажет, но будет страдать. Я знаю, что не скажет. Я говорила ему. Я думала об этом. Я говорила, будем друзьями, устройте свою жизнь, не связывайте свою чистую жизнь с моей несчастной. Он не хочет. Давай накладывай на весы. Здоровья, давай поторопимся. Иду я, пошел. Михеичу скажи, чтоб вечера была подвода. Ладно, ну, Митя, жду я тебя, Митя. Маракирдем дых палачами. Я купили роды, а кана. Так осел ласки Рошеро. Погубил дочку единственную, бриллиантовую. Неправ. Девла не Вест. Не путаюсь, я люблю барина и больше сидяч. Ничего. И хор не бросаю, петь буду. Поговори еще. Я вот косу тебя повыдергую, шкура. Агнека. Скверный барин, мы тебя любили. Сколько мы тебя за даром пили. Тебя ожалели. А ты что делаешь с нами? Погано делаешь. Джан, простань, сыгады. Джан, маракирава, Джан, сыгады. Я сама к нему пришла. А теперь уведете, опять приду. Люблю его, и все, и крепче всех ваших замков, моя любовь. Бентенеса Бакунеса! Путаешься с кем? С Грышом путаешься? Чего с него взять? Нехорошо сделала, нехорошо. Джа, доктор, просто. Да вот не любил же, когда деньги-то были. Вот записал бы на хор 1010. Видишь, взял бы честью. Барин почтение. А на учень тебя тацир.
простите меня, я невольно был свидетелем неприятной сцены. С кем имею честь? Князь Сергей Дмитриевич? Невольным свидетелем неприятной сцены я бы желал не слыхать. Но услыхав, считаю своим долгом сказать, что слышу. Да, да, да. Прошу покорно. Благодарю вас за то, что вы мне сказали это. Это дает мне право объяснить вам эту сцену. То, что вы подумаете обо мне, мне все равно. Но я хочу вам сказать, что упреки, которые вы слышали этой девушке, цыганке, певице, несправедливы. Вот это мне хотелось вам сказать. Так что вам от меня угодно? Чем могу вам служить? Я, во-первых... Простите меня, князь, я стал в такое положение в обществе, что мое малое и давнишнее знакомство с вами не дает мне права на ваше посещение, если у вас нет до меня дела. В чем оно? У меня есть дело. Но все-таки прошу вас верить, что изменение вашего положения никак не может влиять на мое отношение к вам. Совершенно уверен. Дело мое в том, что сын моего старого друга, Анна Дмитриевна Каренина и она сама, просили меня прямо непосредственно от вас узнать о ваших отношениях. Вы мне позвольте говорить о ваших отношениях к вашей жене Лизавете Андреевне Протасовой? Мои отношения с моей женой, могу сказать, с моей бывшей женой, совершенно прекращены. Так вот, Виктор Каренин, в особенности его мать, просили меня узнать у вас о ваших намерениях. Да какие намерения? Никаких! Я представляю ей полную свободу. Мало того, я никогда не нарушу ее спокойствие. Я знаю, что она любит Виктора Каренина. И пускай. Я нахожу его очень скучным, но очень хорошим, честным человеком. Я думаю, что она будет с ним, как это говорится, обыкновенно счастливой. И кем любому деле обвинись, вот и все. И не думайте, чтобы у меня было малейшее чувство ревности. Если я сказал про Виктора, что он скучный, то я беру это слово назад. Он прекрасный, честный, нравственный человек. Почти что противоположность мне. И он любит ее с детства. Может быть, и она любила, когда вышла за меня. Это бывает. Самая лучшая любовь бывает такая, про которую не знаешь. Я думаю, она всегда любила. Даже себе не признавался в этом. Но это какая-то тень лежала на нашей семейной жизни. Впрочем, что я делаю вам признание? Пожалуйста, делайте. Я понимаю все. Понимаю, что эта тень, как вы прекрасно выразились, могла быть. Да и была. И, может быть, оттого я не мог удовольствоваться той семейной жизнью, которую она мне давала. Чего-то искал, увлекался. Впрочем, я как будто оправдываюсь. Я не хочу. Да мне и нельзя оправдываться. Я был, смело говорю, был дурной муж. Был, потому что теперь в сознании своем я давно не муж. И считаю ее совершенно свободной. Стало быть, вот вам и ответ на вашу миссию. Да, но вы знаете семью Виктора и его самого. Его отношения к Лизавете Андреевне всегда были и остаются самыми почтительными и далекими. Он помогал ей, когда ей было трудно. Да, а я своим распутством помогал их сближению. Ну что же делать? Так должно было быть. Я шире смотрю на вещи, но понимаю, что для Виктора и в особенности для матери сближение с женщиной немыслимо без церковного брака. Я знаю его ту, его прямолинейность, консерватизм в этом отношении. Но что же им нужно? Развод! Я говорил им, что готов дать. Но условия принятия вины на себя и всей лжи, связанной с этим, очень тяжелы. Я понимаю, вполне вас и разделяю. Но как же быть? Я думаю, можно так устроить.
Впрочем, вы правы, это ужасно, и я понимаю вас. Благодарствуйте, милый князь, я всегда знал вас за честного, доброго человека. Ну, скажите, как мне быть? Ну, что мне делать? Ну, войдите во все мое положение, я не стараюсь сделаться лучше, я негодяй. Но есть вещи, которые я не могу спокойно делать. Не могу спокойно лгать. Я вас тоже не понимаю. Вы способный и умный человек. С такой чуткостью к добру. Как-то вы можете увлекаться. Можете забывать то, что сами от себя требуете. Как вы дошли до этого? Как вы погубили свою жизнь? Во-первых, князь, вино. Вино ведь не то, что вкусно. А что я не делаю, я всегда чувствую, что не то, что надо, и мне стыдно. Я вот сейчас говорю с вами, и мне стыдно. А уж быть предводителем, сидеть в банке, так стыдно. Так стыдно, и только когда выпьешь, перестанет быть стыдно. А музыка, не опера и Бетховен, а цыгане, это такая жизнь, такая энергия вливается в тебя. А тут еще... Милые черные глаза и улыбка. И чем это увлекательней, тем после еще стыдней. Ну, а труд? Пробовал, все нехорошо. Всем я недоволен, да что о себе говорить. Спасибо вам. Так что же мне сказать? Скажите, что сделаю то, что они хотят. Ведь они хотят жениться, чтобы им ничто не мешало жениться. Разумеется. Сделаю. Скажите, что, наверное, сделаю. Когда же? Постойте. Ну, скажем, 2 недели, довольно? Так и могу сказать? Можете. Прощайте, князь, еще раз благодарю вас. Thank you.
Протасов, я войду. Протасов, я войду. Протасов. Я войду, Протасов. Они хотят тебя унизить. А ты им покажешь, кто ты. Себя убьешь револьвером, а их великодушием. Я понимаю тебя. Я все понимаю, потому что я гений. Ты хочешь ответить на их требования? Я тебе скажу, как. Я всегда говорю прямо и действую решительно. Я не стану удерживать тебя. И жизнь, и смерть для гения безразличны. Я умираю в жизни и живу в смерти. Ты убьешь себя, чтобы они, два человека, жалели тебя. А я? Я убью себя за тем, чтобы весь мир понял, что он потерял. Но еще рано. Протасов. 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 Давай выпьем, Протасов. За твое большое путешествие. Принес? Жалкие люди. Копошатся, хлопочут и не понимают. Ничего не понимают. Это не тебе, это я так. Высказывай свои мысли. А что нужно для человечества? Очень мало. Ценить своих гениев. Они всегда их казнили, гнали, мучили. Нет. Я не буду вашей игрушкой. Я вас выведу на чистую воду! Нет, лицемеры! Уйди, пожалуйста. Уйди? Пожалуйста. Ну, прощай. Я не стану удерживать тебя. Я только хочу сказать тебе... Ты скажешь, но после. А сейчас вот что, дружок. Отдай вот это хозяину. И спроси у него письмо и посылку на мое имя. Пожалуйста. Хорошо. Так ты меня подождешь? Я еще важное хочу сказать тебе такое, чего ты не услышишь не только на этом свете, но и в будущем. По крайней мере, до тех пор, пока я не приду туда.
все отдать? Ну, сколько нужно? Хорошо. Была у тебя, у Попова, у Афремова. Догадалась, что ты здесь. Всю ночь пробегала. Пьешь. Дурак. Право, дурак. Ну, свободу, ну! Неужели ты в самом деле? Не могу. А меня-то нет разве? Безбожник. Безбожник! А меня-то нет разве? Меня-то ты не пожалеешь, обо мне-то ты не подумал. Меня-то ты не пожалеешь. Ах, Федор Васильевич, грех. Грех за мою любовь. А я-то... И тебя бы развязал, разве лучше со мной мучиться? Стало быть, лучше. Не могу я без тебя жить. Да какая со мной жизнь? Поплакала, да и прожила бы. И совсем не плакала бы. Ну и черт с тобой, коли ты меня не жалеешь. Маша, дружок, ведь я хотел лучше сделать. Себе лучше. Ну как же себе лучше, коли бы я себя убил? Разумеется, лучше. Ну что тебе нужно? Ну ты скажи. Ну, ты скажи, что? Ну, что? Ну, ты скажи, ну, что тебе нужно? Как что нужно? Много нужно. Ну, что? Ну, что? Нужно, во-первых, сдержать обещание. Это первое, этого довольно лгать, делать все эти гадости, что надо для развода, я не могу. Ну, хорошо. Ну уж хорошего-то в ней мало, коли она тебя бросила. Не она, а я бросил. Хорошо, хорошо. Все ты. Она ангел. Ну еще что? А главное, что моя жизнь? Разве я не вижу, что пропал и не горжусь никуда? Все мы себе в тягость. Как говорил твой отец, негодящий я. Вздор! Я от тебя не отлеплюсь. Прилепилась я, да и все. А что ты плохо живешь, пьешь да кутишь? А ведь ты живой человек. Живой! Живой. Живой. Брось, вот и все. Это легко сказать.
А ты сделай так. Да вот как смотрю на тебя, так, кажется, все сделаю. И сделаешь. Все сделаешь. А револьвер? Я не стану колебаться, думать. Взял, раз и готово. Но еще рано. Я не буду вашей игрушкой. Просил секретаря съездить сегодня же к Федору Васильевичу с прошением и не уезжать, пока он не подпишет. Он так определенно обещал, что я уверен, что он исполнит обещание. Мне совестно, но я должна сказать... Я должна сказать, что то, что я узнала про эту цыганку, совсем освободила меня. Это не ревность, а знаешь, освобождение. Ну, как вам сказать? Опять вам. Тебе. Теперь в душе у меня ясно. И мучает меня только мое положение. Это так мучительно. Это ожидание. Если бы я не знала, а вы как я знаю, я бы подумал, что он нарочно делает это. Он? Нет. Это все та же его... слабость, честность. Не хочет говорить неправду. А только напрасно послал ему деньги. Нельзя же. Это могло стать причиной остановки. Но все равно. Деньги — это что-то нехорошее. Ну, ему бы уже можно было быть менее пунктильным, менее щепетильным. Мика, ну что такое? Мика, ну давай покурим, птичек. Ну смотри. Вот так. Вот. Ну, иди. Какие мы делаемся эгоистами. Да, каюсь. Ты сама виновата. После этого ожидания, этой безнадежности, я теперь так счастлив. А счастье делает эгоистом. Ты виновата. Ты думаешь, что ты один? Я тоже. Я чувствую, что я вся полна. Я купаюсь в своем счастье. Все. И Мика поправился. И твоя мать меня любит. И главное, я люблю. Ну что? Ну, ты скажи, что? А то, что ты хорошая, милая девочка. Люблю тебя. А коли останусь жить, то погублю тебя. Но это уж не твое дело. Уж я сама про себя знаю, где погибну. Уедем. Уедем и будем жить во славу. Иди, я сейчас.
Иди. Я у ворот буду. Федя, а где он? С этим вопросом я хочу обратиться к вам. Федя. Федя!
Лиза и Виктор, обращаюсь к вам обоим. Не буду лгать, называя вас милыми или дорогими. Это я посторонний. Теоретически люблю вас обоих, особенно Лизу, Лизоньку, но в действительности больше, чем холоден. Но к делу. Лгать, играть гнусную комедию, давая взятки в консисторию, и вся эта гадость невыносимо противна мне. Как я не гадок, но гадок в другом роде, а в этой гадости не могу принять участие, просто не могу. Другой выход, к которому я прихожу, самый простой. Вам надо жениться, чтобы быть счастливыми. Я мешаю этому, следовательно, я должен уничтожиться. Должен уничтожиться. Я и уничтожаюсь. Когда вы получите это письмо, меня не будет. По скриптум, очень жаль, что вы прислали мне деньги на ведение дела развода. Это неприятно, не похоже на вас. Ну, что делать? Я столько раз ошибался. Можно и вам ошибиться. Деньги возвращаются. Об одном прошу, не сердитесь на меня и добром поминайте меня. Прощайте, Федя. Он убил себя, да? Я знала это. Знала. Лиза! Лиза! Неправда. Неправда, что я его не любила. Люблю. Люблю его одного. Его я погубила. Лиза! Боже мой, прости. Но я тоже не могу лгать. Оставь меня теперь. Иди узнавай. Воспитанный на корысть. И это чистая самоотверженная любовь. Все отдает, а сама ничего не требует. Вот особенно этот контраст. Я понимаю, понимаю. Да это у нас в живописи валюла называется. На, получи. Валюр называется. Только тогда можно сделать вполне ярко-красный, когда кругом... Ну, да не в этом дело. Я понимаю, понимаю. Моя жена – идеальная женщина. Но что тебе сказать? Не было изюминки. Ну, знаешь, Квася, изюминка. Не было игры в нашей жизни. А мне надо было забываться. Без игры не забудешься. А потом я стал делать гадости. Да. Ты ведь знаешь, мы любим людей за то добро, которое им сделали. И не любим за то зло, которое им делали. А я ей наделал зла. Она как будто любила меня. А чего вы говорите, как будто? Да того говорю, что не было в ней того, чтобы она мне в душу влезла, как Маша. Да не про то. Она беременная, кормящая. А я пропаду и вернусь пьяный. Ну, разумеется, за это самое все меньше и меньше любил ее. Нет, не любил он. Нет, не любил он. Нет, не любил он меня. Познакомились с артистом-художником. Да, мы знаком. Что ж, портрет кончил?
Да нет. Расстроилась. Мы вам не мешаем. Тайны. Так я не мешаю. Продолжайте. Я-то уж вас не нуждаюсь. Не понравился мне этот Кузин. Обиделся. Ну и бог с ним. Да. Ну не могу, как такой человек, у меня и слова не идут. Вот с вами мне легко. Приятно. Так что я говорил? Говорили про жену, что... А, да, вот сейчас пришло в голову. Ведь оттого я люблю Машу, что я ей добро сделал, а не зло. Оттого люблю. А ту мучил за то. Не то, что не люблю. Да нет, просто не люблю. Ревновал, да. Ну и то прошло. А с Машей напротив. Могу весь упасть, все с себя продать, весь во шаг буду, в карости. А этот бриллиант, да не бриллиант, луч солнца во мне, со мной. Я понимаю, понимаю. Где же она теперь? Да это все было из другой жизни, и не хочу мешать с этой. Да, ваша жизнь удивительная. Нет, самая простая. Всем нам в нашем кругу, в том, в котором я родился, три выбора. Только три. Первый — служить, наживать деньги, увеличивать ту пакость, в которой живешь. Это мне было противно. Может быть, не умел, но главное — было противно. Второй — разрушать эту пакость. Для этого надо быть героем. А я не герой. Или третье — забыться, пить, гулять, петь. Вот это самое я и делал. И вот допелся. И иногда скверно. А иногда ничего.
скверно, когда денег нет. Теперь уж едет со станции. Кто едет? Папа едет. Папа едет со станции. C'était un nom comme l'aime, tout à fait comme son père. Tant mieux. Ça se vient-il de son père véritable? Я не говорю ему об отце. Думаю, зачем его путать? Кто-то с ним даму в шляпе. Мама! Ой, я ее 100 лет не видела. Виктор. Ну, Мика. А, Мика. Как похож. Какой молодец. Только бы не все наследовал. Сердце отцовское, но не слабость. Как он вырос в нашей памяти. Ну, Виктор, привез шерсть. Привез, привез. Конь! На. Конь. Вот шерсть, вот одеколон, а вот письма. Прошу. А вот конверт казенный. На имя Лизы. Отдай маме. На. Отнеси маме. Вот. Ну-с, Анна Павловна, если вам угодно помыться, то я проведу вас. Мне и самому нужно почиститься, а то сейчас обедать. Мама, ведь в нижнюю угловую Анну Павловну. Мама! Боже мой, когда же он освободит меня? Виктор! Что же? Это ужасно. Он жив. Я не знаю, что я говорю. И ненавижу. Покорно. Поверьте, что очень сожалею о необходимости делать вам вопросы. Но мы поставлены в необходимость. Пожалуйста, успокойтесь. И знайте, что вы можете не отвечать на вопросы.
Только мое мнение, что вам, да и для всех лучше. Правда. Всегда лучше, даже практичнее. И даже в... Мне нечего скрывать. Так вот, ваше имя, звание, исповедание, это все я записал. Так? Да. Вы обвиняетесь в том, что вы, зная о том, что ваш муж жив, вышли замуж за другого. Я не знала. И еще в том, что уговорили своего мужа, подкупив его деньгами, совершить обман, подобие самоубийства, с тем, чтобы освободиться от него. Все это неправда. Так вот, позвольте несколько вопросов. Переслали вы ему в июле прошлого года деньги? 1200 рублей. Деньги эти были его деньги. Они были выручены за его вещи. И в то время, как я рассталась с ним и ждала от него развода, я послала их ему. Так, очень хорошо. Деньги эти посланы 17 июля. То есть за 2 дня до его исчезновения. Кажется, что 17 июля. Я не помню. А почему были прекращены ходатайства в консистории в то же время? И было отказано адвокату? Не знаю. Ну-с, а когда полиция пригласила вас свидетельствовать труп, каким образом признали вы в нем своего супруга? Я была так взволнована тогда, что не смотрела на тело. И так была уверена, что это он, что когда меня спросили, я ответила. Кажется, он. Да, вы не рассмотрели от весьма понятного волнения. Хорошо-с. Очень хорошо. Одно позвольте вам заметить, милостивый государыня. Мы слуги закона, но это не мешает нам быть людьми. И поверьте, что я... Понимаю вполне ваше положение и принимаю участие в нем. Вы были связаны с человеком, который тратил имущество, делал неверности. Ну, одним словом, делал несчастье. Я любила его. Да, но все-таки вам естественно желание освободиться. И поэтому вы избрали этот более простой путь. Не подумав о том, что это приведет вас к тому, что считается преступлением двоебрачия. Это понятно и мне, и присяжные поймут это. И потому я советовал бы вам открыть все. И нечего скрывать. Я никогда не лгала. Я не нужна больше. Я бы попросил вас побыть еще здесь. Я не буду. Не буду больше беспокоить вас вопросами. Только извольте прочесть и подписать. Вот допрос. Так ли выражены ваши ответы? Прошу покорно сюда. Попросите господина Каренина. Прошу покорно. Благодарю. Что вам угодно? Я обязан снять допрос. В качестве чего? Я в качестве судебного следователя. С вас же я должен снять допрос в качестве обвиняемого. Вот как. В чем же? В женитьбе на замужней женщине. В
Впрочем, позвольте сделать вопросы по порядку. Присядьте. Благодарю вас. Ваше имя? Виктор Каренин. Звание? Камергер, действительный статский советник. Возраст 34 года. Вера православная. Православный, под судом и следствием не бывал. Нос? Известно ли вам было, что Федор Васильевич Протасов жив, когда вы вступали в брак с его женой? Не было известно. Очень хорошо. С какой целью были посланы вами деньги, 1200 рублей господину Протасову, перед самой симуляцией его смерти, 17 июля? Деньги эти были переданы мне моей женою. Госпожою Протасовой. Моей женою. Для отправки ее мужу. Деньги эти она считала его собственностью, разорвав связи с ним, считал несправедливым удерживать эти деньги. Теперь еще один вопрос. Почему прекратили ходатайство о разводе? Потому что Федор Васильевич взял на себя это ходатайство и писал мне об этом. Есть у вас это письмо? Письмо затеряно. Как странно, что затеряно и отсутствует все то, что могло бы убедить правосудие в справедливости ваших показаний. Нужно вам еще что-нибудь? Мне ничего не нужно, кроме исполнения моего долга. А вам нужно оправдаться. И я сейчас советовал госпоже Протасовой, и тоже посоветовал бы вам не скрывать того, что всем очевидно, а рассказать все, как было дело. Тем более, что господин Протасов в таком положении, что он уже показывал все, как было. И, вероятно, на суде все так же покажет. Я бы советовал. Я бы просил вас оставаться в рамках исполнения своих обязанностей. А совет свой оставить. Можем уйти. Очень сожалею, что должен задержать вас. О нет, не в том смысле, чтобы арестовать вас. Хотя это было бы удобнее для расследования истины. Я не прибегну к этой мере. Я только желал бы при вас сделать допрос Протасову и дать вам с ним очную ставку. Да, очную ставку, при которой вам удобнее будет уличить его в неправде. Прошу присесть. Позовите господина Протасова. Прошу вас отвечать на вопросы. Спрашивайте. Спрашивайте. Ваше имя? Вы ведь знаете. Прошу вас отвечать. Ну, Федор Протасов. Ваше звание, года, вера. Как вам несовестно спрашивать эти глупости? Спрашивать, что надо, а не пустяки. Я прошу вас быть осторожнее в ваших выражениях и отвечать на мои вопросы. Ну, коли несовестно, извольте. Звание кандидат, года 40, вера православная. Дальше. Было ли известно господину Каренину и вашей жене, что вы живы, когда вы оставили свою одежду на берегу, на бревнах, и сами скрылись? Наверное, нет. Я хотел точно убить себя, но потом... Да это не нужно рассказывать. Дело в том, что они ничего не знали. Как же? Полицейскому чиновнику вы показывали другое. Лиза. Елизавета Андреевна, Виктор. Я не виноват. Я хотел сделать лучше. А если виноват, простите. Простите. Я понимаю, что вы хотите быть великодушным, но закон требует истины.
Так как же? Полицейскому чиновнику вы показывали совсем другое. Какому полицейскому чиновнику? А, это когда он пришел ко мне в Яков дом. Да я был пьяный, врал ему, что не помню. Все это вздор. Разрешите. Теперь я не пьяный, говорю всю правду. Они ничего не знали, они верили, что меня нет. Я был рад этому. Это бы так и осталось, если бы не негодяй Кузин. Если кто виноват, то я один. Почему вам посланы были деньги? Почему вы не отвечаете? В протоколе будет записано, что на эти вопросы обвиняемый не отвечал. Это может очень повредить и вам, и им. Так как же? Ах, господин следователь, как вам не стыдно? Ну что вы лезете в чужую жизнь? Рада, что имеете власти, чтобы показать ее, мучаете. Не физически, а нравственно. Людей, которые в тысячу раз лучше вас. Я прошу вас. Нечего просить. Я скажу все, что думаю. А вы пишите. Пишите. По крайней мере, будут в первый раз в протоколе разумные человеческие речи. Живут три человека. Я, он, она. Между ними сложные отношения. Борьба добра со злом. Такая духовная борьба, о которой вы понятия не имеете. Борьба эта заканчивается известным положением, которое все развязывает. Все успокоены. Они счастливы, любят память обо мне. Я в своем падении счастлив тем, что сделал, что должно. Что я негодный ушел из жизни, чтобы не мешать тем, кто полон жизни и хорош. И мы все живем. Друг является негодяй, шантажист, который требует от меня участия в шантаже, чтобы я с его помощью получал бы от них деньги под угрозой раскрыть тайну. Я прогоняю его, и он идет к вам, к борцу за правосудие, к охранителю нравственности. И вы, получая 20 числа по 2 гривенному за пакость, надеваете мундир и с легким духом куражитесь над ними, над людьми, которых вы мизинца не стоите, которые вас к себе в переднюю-то не пустят, но вы добрались и рады. Мы можем уйти. Сейчас подписать протокол. Я вас выведу. Я не боюсь никого. Потому что я труп. И со мной ничего не сделаете. Нет того положения, которое было бы хуже моего. Перед вашими глазами тип нетронутого русского человека с его широкой натурой, который вследствие своей доверчивости и великодушия пал жертвой глубоко развращенных общественных слоев. Как можно? Петрушин говорит. Петрушин! Адвокат гениальный! Быстро! Быстро! Ну, где же вы? Садитесь на правый, постойте, потом я вас устрою. На которое вы влияете своим приговором. Вникните же в значение этого... Закон гласит заседание публичное. А вот нельзя, да и все, не велено. Невежа, не знаешь, с кем говоришь.
Я публика, а вот невежда Цербер не пускает. Здесь не для публики. Я знаю. Меня-то можно пустить. Подождите, перерыв будет сейчас. Позвольте узнать, в каком положении дело. Речи адвокатов. Петрушин говорит. Что ж, как подсудимые несут свое положение? С большим достоинством. Особенно Каренин и Света Андреевна. Не их судят, а они судят общество. Это чувствуется. На эту тему и говорит Петрушин. Ну, а Протасов? Ужасно взволнован. Весь трясется как-то. Как-то особенно раздражен. Вы хотите пройти? Да, хотел бы. Вы князь Обрезков? Я. Пропустите. Тут сейчас налево стул свободен. Я должен заметить, что блестящие рассуждения господина товарища прокурора о наследственности, хотя и разъясняют научные вопросы наследственности, неуместны в данном случае, так как истинность учения о наследственности нисколько этим не инвалидируется. Здравствуйте, Иван Петрович. Здравствуй, Петушков. Ну, что дело? Речи адвокатов, да вот, не пускают. Аристократы. И аристократ духа, это выше. Ну уж извините. Здравствуй, Петушков. Прекрасно, прям до слез довел. Лучше всякого романа, только непонятно. Ужасная фигура. Посмотрите, как он взволнован. Дела наши хороши. Вы только в последней речи не напортите мне. Я не буду говорить. Ну, что им говорить, я не буду. Нет, сказать надо. Вы не тревожьтесь. Теперь все дело в шляпе. Вы только скажите то, что вы мне говорили. Что если вас судят, так только за то, что вы не совершили самоубийство. То есть того, что считается преступлением по закону и церковному, и гражданскому. Я ничего не скажу. Отчего? Не хочу и не скажу. Вы скажите мне, в худшем случае, что может быть? Я уже вам говорил. В худшем случае, ссылка в Сибирь. То есть кого ссылка? И вас, и вашей жены. А в лучшем? Церковное покаяние, но и, разумеется, расторжение второго брака. То есть они опять меня свяжут с ней? То есть ее со мной? Да уж, это как должно быть. Да вы не волнуйтесь. И, пожалуйста, скажите то, что я вам говорю. И только. Главное, ничего лишнего. Я устал, пойду посижу. А вы отдохните пока. Главное, не робейте.
Сделано. Несите.